четверг утром в центре города сразу 7 машин повредила 22-летняя приезжая из Тугура-Чумиканского района. Вереница поврежденных автомобилей тянулась от места парковки иномарки напротив магазина «Йо-Йо» до поворота на улицу Мухина, где автогонщица финишировала, протаранив металлический столбик дорожного ограждения. Отметины на припаркованных вдоль дороги иномарках различной тяжести. От заметных кузовных повреждений, как у «Тойоты Карины», до небольших потертостей. Больше всего досталось «Тойоте Королле», за руль которой и села девушка. Вот только иномарка ей не принадлежит. Когда автоинспекторы проверили разбитую машину по базе данных ГИБДД, хозяйкой иномарки оказалась другая женщина, живущая в этом самом районе. Друг семьи у нас купил. А это его бывшая девушка, у них там какой-то конфликт произошел. И она на зло сорвала ключи, села в автомобиль, расколотила ее, зацепила все остальные машины и пошла со спокойной душой на работу. Причиной конфликта стала ревность. Девушка узнала, что экс-бойфренд живет уже с новой пассией и решила отомстить. Не обошлось в этой драме и без спиртного. Выпив для храбрости, барышня пришла к возлюбленному домой, устроила скандал и незаметно взяла ключи от машины. А после разыграла на придомовой парковке целое побоище, маневрируя от одной иномарки к другой. Беглянку сотрудники полиции отыскали на ее рабочем месте, в гостинично-развлекательном комплексе «Моцарт» и вернули на место аварии. Выяснилось, что водитель прав у нарушительницы нет и не было. А вот страховой полис ОСАГО оформлен на автомобиль без ограничения лиц, допущенных к вождению. Это несколько облегчает участь потерпевших. С места происшествия Евгения Куликова и Павел Рогатин.